Итак, мелодия леса у нас второй дом. Это у нас первый дом. Второй дом. Здесь у нас мелодия леса идет в третий дом. Вот такая территория. Вот так вот все у нас сделано. Вот смотрите, вот так вот все сделано. Хороший заезд. Здесь бетонка. Дом сдан, дом с документами. Можно сразу оформлять квартиру в Росреестре. Сейчас финишная работа. Вот видите, это делает вентиляцию. И давайте посмотрим. Сейчас поднимемся с вами на хорошие квартирки, которые мне самому нравятся. Это на 4 этаже. Они идут у нас то ли до понедельника, то ли до вторника по 62 тысячи рублей за квадратный метр. Так, здесь квартира стоит 78 тысяч за квадратный метр. Уже, в принципе, подъезд сделан полностью, и сейчас поднимемся на 4 этаж с вами. Такая лестница. Вот 4 этаж, да, цифра 4 для нас. Вот такой вот вид уже с 4 этажа. Люди зашли на ремонт, уже висят кондиционеры, и давайте посмотрим. Вот, готовы, смотрите. Это у нас трубы готовы. Здесь сейчас делают газовое подключение. Еще раз повторюсь, квартиры сданы. Вот, первая квартира. Она идет по размерам. Эта квартирка идет, сейчас скажу точно, 65 квадратов. Да, 65 квадратов. И цена у этой квартиры 4 миллиона. Вот, давайте посмотрим все-таки. Вот, здесь получается хорошая, большая, так скажем, трехкомнатная квартира. Хорошие окна, витражные окна есть. Цена этой квартиры 4 миллиона рублей. Хороший, нормальный, полноценный балкон. Вид на море. Вид на свет на море. Торговый центр один с левой стороны. Торговый центр Маримол с правой стороны. Хороший обалденный балкон. И давайте покажу полностью целиком квартиру. Да? Вот она. И давайте посмотрим вторую квартиру, которая идет по акции. Вторая квартира, которая идет по акции, она идет 50 квадратных метров. Стоит 3 миллиона 124. Здесь уже, смотрите, все коммуникации уже все сделаны, все подведены. Здесь у нас на входе идет, будет зона санузла. И у нас получается вот одна комната, получается. Вторая комнатка получается у нас. И у нас получается вот витражное окно. С хорошим классным видом у нас идет на горы. На горы. Алло. Да. Давайте вам перезвоню. Сейчас немножко прямо занят. Перезвоню, хорошо? Прям 2 минуты. Угу. Эта квартира стоит 3 миллиона. Смотрите, здесь сразу у нас газ заведен, газовая труба. Здесь хорошие, получается, у нас полноценные 3 комнаты. 3 комнаты. Алло, перезвоните, Вергину. Перезвоню. Я. Нет, они не одинаковые. Эта квартира дороже, у нас стоит 4 миллиона. Она идет 65 квадратных метров. А та квартирка у нас стоит, получается, подешевле, размер меньше. Она идет 50 квадратных метров. Это 4 этаж, он идет по акции. Квартира этажом ниже, с худшим видом, уже стоит по цене 66 за квадрат, и она стоит 3 366. И вот если взять эту квартиру, она идет, вот она идет по акции, да, у нее цена получается 3 миллиона 124 тысячи. На этом же этаже есть еще пару квартир, сейчас покажу, они менее ликвидные, на мой взгляд, по сравнению с этими. Эта квартира стоит у нас без акции
Она стоит 2230 по цене 68 тысяч за квадратный метр. И есть такая квартирка. Вот такая квартира, получается, у нее всего лишь одно окно. Эта квартира у нас идет размером тоже 50 квадратов, цена 3 миллиона 220. Это просто обычная, так скажем, студия. Больше здесь делать ничего не получится. Для тех, кто сомневается, ваша выгода налицо. Лучше взять эту квартиру, которая угловая, с тремя окнами, с хорошим обалденным видом, за 3 миллиона 100, чем взять квартиру без акции, которая у нас будет гораздо дороже. Сейчас еще сниму отдельные квартиры у нас, которые идут с ремонтом. Еще раз повторюсь, это Мелодия леса. Квартира 300, 50.